Привет! Привет! На канале Эва Плай. И к нам сегодня в гости приехал цирк! Эва очень любит цирк, поэтому мы купили вот такой волшебный набор цирка. Давайте же посмотрим, что у нас входит в этот набор. Открывай, Эва. Доставай. Там еще есть пазлики. Там еще есть картина, да? Есть картина вот такая. Это арена наша для нашего цирка, да? А теперь достанем наш цирк. Наши персонажи цирка, да? Там есть клоуны, акробаты. Вот человек-ядро. А вот эта машинка, это знаете, как по городу ездить? И внимание, внимание! В город приехал цирк. Да? Так, открываю. А это человечек-ядро. Он будет из пушки вылетать. Да? Да. Вот мы достали нашу арену. Давай соберем сначала арену, чтобы было на что раскладывать наш цирк. Вот они уже сложены по две штучки. Нам только надо его собрать полностью. Так, нет, наверное, вот так. Вот какой большой, ничего себе. Я думала, он меньше. Нет, неправильно. Неправильно мы что-то делаем. Наверное, это тебе. Вот. А это мне. Да? Собираем наши пазлы. Так, давай теперь ты. Так. И вот так. Щелк. Щелк, 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 щелк. Вот какая у нас арена большая. Очень много зрителей. Видите, как много? Итак, что же входит в наш набор цирка? Огненное кольцо, через которое будет прыгать тигр, или может какой-нибудь клоун, или даже можно запускать человека-ядро, да? Так, у нас есть один клоун, он такой большой, смотри, какой он высокий, видишь? Вот такой клоун второй есть на колесе одном, на велосипеде одноколесном, да? Будет показывать какие-то, жонглировать мячиками, да? Так, вот, собственно, наш... ведущий, и он же приглашает, ездит по городу в машине и «Внимание, внимание, к вам в город приехал цирк, держи его!» Это уедет. И он же будет у нас ведущим, да, так раз и все. Будут такие колесики классные, смотри, он сам едет, видишь? Смотри, какие смешные кривые колесики. И они сами едут, видишь? Смотри. Назад. Классная машинка такая, сама ездит. Класс, да? И самое интересное, это человек-ядро и его пушка. Смотри. Нажимай сюда, надавливай на рычаг. Видишь? А можно вот так. Сейчас мы придумаем наш сценарий цирка. Будет так кольцо стоять и вот так. Видишь? Человек-ядро пролетел через огненное кольцо. А не долетел немножко, но ничего. Вот такие у нас персонажи в нашем цирке. Что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Мы вам показали, что входит в набор нашего цирка. Смотрите следующее видео. Мы пригласим в наш цирк фей. Фей, щенячий патруль, Пеппа, всех-всех-всех мультяшных героев. И будем им делать представление цирка, да? Поэтому, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите видео. Пока-пока!